Пройдемся по медиакарте Высшей школы России. Казанский федеральный университет посетили участники программы «Темпус». Она направлена на содействие проведения социальных и экономических реформ и развитию систем высшего образования в странах-партнерах Европейского Союза. Об итогах проведенной встречи с руководством Казанского университета расскажут коллеги из «Юниверньюз». Программа «Темпус» является одной из самых продолжительных. Старт был дан в начале 90-х годов прошлого века. Главной задачей является содействие развитию сотрудничества в области высшего образования между Европейским Союзом и странами-партнерами в контексте реализации Лиссабонской стратегии и Болоньского процесса. Этот проект затрагивает 4 европейских университета, которые сотрудничают с российскими вузами. На этой встрече мы будем обсуждать вопросы о развитии непрерывного образования, направленного на формирование мультикультурализма в образовании и толерантности в России. Мы должны понять, что значит толерантность в многонациональном обществе. В ходе встречи гостям из Европейского Союза провели экскурсию по музею истории Казанского университета. Визитеры остались в восторге не только от музейных экспонатов, но и в целом от города и гостеприимства наших граждан. Данил Закиров, Ленардо Влетьяров, Универньюз.